лежал, там какие-то плиты есть в том месте на земле или нет? Вы на русском отвечаете, он на русском, да, украинском? Да, без разницы. Вот, это точно сказать не могу. Каминья якая сможет. Ну, я знаю, там с правой стороны там какой-то мусор постоял. Где был Кирьянов, где Ромника? Нет, я не видела. Не бачу. И такие запитання. Ви кажете, що ваша подруга, кажете, більш детально давала свідчення. Звідки вам відомо, як ви надавали свідчення в слідстві, на досудовому слідстві? Міліція вас коли допрашувала? Ви самі давали показання, або вас двоїх допрашували? Я була в місті з дівчиною. Тобто ви були два свідчення в місті, проводили її допрос і ваш допрос? Так, да, в місті записували. Ви в місті присутствовали при цьому, так? Да? Так, да, це коли ми в місті були. Вы один раз были там на допросе? В городе, да, по-моему, один раз. Вместе с ним. А кого первым допрашивали, не помните? Или меня, или Настю уже. По-моему, Настю уже. А какие-то корректировки ваши допросы носили следователю? Вы говорите, я помню, не в эту память хуже или отвлекались, или не помню. Что она более детально все видела. Ваши показания следователь потом корректировал и когда-то подружка ваша уточняла? Или ну, нет? Я то, что как бы говорила, то она, в принципе, и записывала. Может, там что-то корректировала. Не знаю. Не помните. Ну, допрашивали вас? Да, нет вопросов. Нет. У меня есть вопрос. Ну, у меня вопрос вот к Романюку. Сейчас допрос. А, до Светка. Ну вот она утверждает, что она видела за дорогой. Таня, видела ли она через дорогу Гончаревского и Кирьянова как раз по направлению к Металлургу, к зданию? Ну я точно не уверена, но по-моему этот вот парень такой темненький, высокий. Ну он что-то крикнул. Клиндух. Клиндух. Он, по-моему, крикнул что-то, и вот этот парень поднялся, вроде бы пошел. Хотя мы думали, что он вообще там уже. Ну, я не уверена, я не уверена. Ну, кто-то там был, да? Да. Я просто слышала, что тут крикнули, что идем, что-то такое. И вы, кажется, еще ключи. Вы можете сказать, что ключи там? Не, ну вот этот парень. Я вчера все, да. Вчера вы бачили, иншого потерпіло, який проживає. Этого я не видела. Его не бачили. Ви бачили лише тих подивів і зараз? Похож просто, ну я не уверена, просто там було темно, ну, високий такий темненький парень був. Все, ще питання? Все, дякую. Скажіть, а ви Стоянова Ілью знаєте? Чого? Ілья Стоянова. Заварзин. То есть Заварзин Ілья. Он был там. Такой же посетитель, да. Ну да, знаете? Да. Но он еще работал раньше. В клубе напротив. Ну, то есть, знаете, он был в баре, да, в этот день? Да. Вот вы говорите, видели Виталия Романюка там, возле Кирьянова, когда да, Кирьянов был на земле. Да, а Стоянов был возле него? То есть, Заварзин Илья? Я не помню. Или была какая-то жена того, точно помню, что там была пара, как бы супружеская, мужчина там это держал точно его. А была или женщина, или вот этот Илья ваш? Ну, Илья Заварзин, вы же его Заварзин. Знаете. Я не просто не помню. По-моему, кто-то из них был. Без понятия, я уже не помню. Ходатайство можно? После питания. У меня питания нет. Вот сейчас я хочу ходатайство. Можно вопрос задать? А не видели ли вы в командоре, в короле клубе командора, Романюк употреблял алкоголь и напитки? Не знаю, ну можете спросить, там просто как бы их обслуживали. Я у вас спрашиваю. Вы видели лично? Я лично не помню. Но это не мой столик был. Я его не обслуживала, без понятия. Ну, в том году, когда имени уже нет. Ну, для меня это не важно. Ну, тоже в этом районе где-то лето было. Так. Тепло, короче, было. Не знаю. Было тепло, зима.
Ну, драки? Да, бывали. За участью названных всех? Нет. За участью Романюка, там, вот эти многие, которые ты знала. Лише одна такая дикая добывалась? Ну, да. Вы их ни с кем не путаете? Ні? А помните, в таком разе, какой час я там працювала? З якого проекта? Месяца, полгода вы працювали? Я там не долго, я тут уже не могу сказать. Я помогла тебе працювала? Ну, в том году. 2015, так? А в який период вам там працювала? Я не знаю, там посмотрите, у меня где-то же записано это. Я не помню. Все, не можешь отправиться те, что ему надают участники? Ну, я не помню, честно, без понятия. У меня сейчас куча других проблем, чтобы еще за это вспоминать, вообще помню. Вы кажете недолго. Сколько месяцев вы работаете? Не знаю, месяца 4, может. Ну, без понятия. А в том году вы працювали, навчалась? Я там, да, на данный момент и училась, и работала. А началась ты? О, это получается, сейчас вам скажу точно, 2014 года выходит или нет. Я училась в 25-м училище, потом я оттуда ушла, я работала в командоре. Вы пішли працювати в командор після навчання названого вами у школьному закладі? Ну, да, я так. Ви закінчили навчання? Я його не закінчила, там всього лише буквально пару місяців вчилась. Добре, це виходить, коли ви значить, перестали там навчатися, коли ви покинули навчання? Ну, я, наверное, все. Тябер, ноябрь. Да, так. Восени, так? Да. Ви відразу пішли працювати? Я ще чуть-чуть раніше работала. Ну, тобто, виходить, совмещала. І так, з осені якого року ви там пішли працювати? Виходить, 2014. Так, що ви працювати з осені 2014 року, працювали декілька місяців. Скільки місяців там працювали? Ні, точно не помню. Ну, до літа 2015-го, чи раніше? Ой, раніше. В такому разі курці події могли відбуватися? Ну, осінь або весною, не знаю, осінь чи весною. Так, в яку годину доби? Вранці, дневну годину, нічну годину? Нічну годину. Нічну. Так, коли ви вийшли на вулицю? Ви вже вийшли після вашого знайомого, чи разом з нею вийшли? Ну, вона мене позвала, і я побіжала за ним. Спочатку вона вийшла, так? Ну, так, виходить. А від кого вам стало відомо, що якісь події там відбуваються? Від мене. Від неї. Зрозуміло. Коли безпосередньо ви вийшли на майданчик, потерпіли Кирянов, вже лежав чи ні? Ні, не лежав. Не знаю, я сначала выбежала, я вообще, если честно, уже не помню, что там было, когда я вышла. Не знаю, мне только так осталось в памяти, это как он на полу лежал и все. То есть, а так что подробности я уже не помню. Ну, те, что вы побачили, как наносит удар потерпевшему, вы побачили відразу, как вышли с приміщення, через якийсь час? По-моему, через какое-то время уже. А скільки часу прошло до такого моменту, як ви взагалі побачили потерпілого? Не знаю, то мені кажуть, що все швидко так було, але насправді не помню. Швидко чи через якийсь час? Ну, я вийшла, я, по-моєму, спочатку, що за запорчиком там стояли, потім я ж прийшла. Ну, біжать? Ну, в той після момент, того, як ви вийшли на вулицю, ви відразу побачили потерпілого чи не відразу? Ні, не знаю. Добре. Коли ви його побачили безпосередньо, з того моменту, як ви його побачили, від того моменту, як ви побачили, що наноситься хтось удар на голову. Це відразу чи якийсь час пройшло? Пройшов час чи ні? Я не помню, до цього. Скажіть, крім названих осіб, ти назвала Романюка та жінку чи чоловіка, на відстані метра чи двох,
ще на такій близькій відстані хтось знаходився, чи інші особи знаходились на більш на більшій відстані, і чи можете ви її назвати? Я ще говорю, що якби я пам'ятаю точно, що був Романюк, той парень Кіріяна. Мужчина той дівчина, ну, супружеська пара, там парень був. А була ли там дівчина, чи той Кіріяна, я точно вже не пам'ятаю. Ну, хто-то його держав, ну, два чоловіка. Питання до Романюка. Встаньте, будь ласка. Ви не заперечуєте, що слідок дійсно був той день в приміщенні командора? Чи бачили ви? Ну, забув, да, спасибо. Я буду говорити. Она точно, ну, я там находился всего 15 минут, да, со всем этим происходящим. Значит, помните, вы свитка, сейчас названы людей в помещении командора. Всегда это делается. Потерпели от Кирьянов, вы были в помещении, чи помните, у нас был свитка, в поведении, чи был свиток в помещении? В самом заведении, ну так, видел мельками, когда она там ходила по работе. А так больше. Да, так же сам проходил, человек работал, видели. Пробачили. Да. Еще раз, как я на пациенту, вы слухали пояснение свитка, не заперечуете, чтобы она вам могла бачить сам не заперечу. Итак, до свитка еще питания будут? Немало, немало. Це питання, яке ви бажали знайти.